Спонсор этого ролика – сервис тематических коробок woodbox.ru. Скидка всем подписчикам моего канала по промокоду PGCWOOD. Ссылка и промокод в описании к ролику. Вокруг одни двинутые и предатели. Предатели и двинутые. Черт, все помешаны на власти. Да что с вами такое произошло за эти пару лет? Или сколько там, 4 года? Сколько там события после 3-го Warcraft'а? 4, по-моему, года. И, наверное, еще плюс-минус пару лет. После классика и ТБЦ. Что они тут делают так рано? Это что, Даларан? О нет, я должна спуститься. Заканчивай со своими ничтожными угрозами, Варен. Я знаю, что делаю. Может быть, тебе стоит уделять больше внимания Альянсу, а не мне? Следи за языком, Банши. Я знаю, чем ты занималась в подгороде. Король Вариан, знала бы я, что вы придете так рано, сама встретила бы вас. Спасибо, Вериса. Жаль, что твоя сестра не так любезна, как ты. У нас есть дела, Варен. Идем. Ты права, хватит нам терять здесь время. Сильвана, я... Ты такая же, как они, Вериса. Так? Тоже презираешь меня? Нет. Идем со мной, Сильвана. Что это? Смотри, ты помнишь? Не может быть. Я думал, он пропал навсегда. Я зашел в наш старый дом, когда был в Кельтовасе, и подумал, что ты захочешь взять его. Ты хотела развлечь меня? О Балерии можно забыть. Она канула в лету. Сильвана. Что она делает? Конечно, все сюда приперлись и молчат. Чё это двинутая синяя банши творит? Это кто, Алерия? И Кильтовас? Конечно, Артс тоже я прикончил. Или это Сильвана? Thank you.
Раньше мы ведь были сестрами, да, Вериса? Может быть, мы снова станем ими? Ронин! Джоэна, король Вариан, я не ждал вас двоих так рано. Мы должны разъяснить кое-что перед тем, как встретиться с Ордой. Мы все так не ждали их рано. Что такое? Темная леди, ей нельзя доверять, Ронин. Ты, наверное, уже знаешь, что случилось в подгороде. Она сумасшедшая. Ее заботит только своя месть. Трав не сможет долго следить за ней. Если случится самое худшее, мы должны знать, как отреагирует Кирин Тор. Да, я слышал об этом. Кирин Тор соблюдает нейтралитет, но если Сильвана сорвется с цепи, мы выступим на стороне Альянса. Темная леди смотрит на нас. Понятно, да? Я все слышала. Трау, Варт и Мар до сих пор не пришли. Странно, обычно только я, Бастер. Шутки шутками. Пока они не явились, напомню, я не смогу ничем помочь во время вторжения. Недавно ко мне явился наш старый союзник Крас. Чё за Крас? Ну, у меня плохие вести. Малигас обезумел, решил уничтожить всех чародеев в Азероте, в том числе и Кирин Тор. Я думаю, что ты поможешь мне. Понимаю, такой брат относится с Кирин Тору лично. Хотя мы уже пообещали помочь Альянсу в Орде в кампании против Короля Лича. Выступим против обоих врагов. Это очень плохо. Я хотел бы помочь тебе, но сейчас наша главная цель — плеть. Я надеюсь на полноценную поддержку от Кирин Тора. Сколько их солдат ты отправишь на Рскол? Немногих. По большей части это будут волшебники. Прекрасно, но может мы приступим к основной теме? К Королю Личу? Уже не терпится темная леди. А что, не все приходят на встречи ни свет ни заря, король Вариан? Прям как вы, ветрокрылая? Да хватит уже психовать! Не теряй время, король Вариан. Отвлекись от меня, удели хоть немного внимания собственному народу. Из нас двоих, Сильвана, только ты не уделяешь внимания своему народу. Если бы не ты, возможно, высшие эльфы не страдали так, как сейчас. Пробить бы стрелой твой череп. Сильвана! Довольно, вы пришли в мой город, чтобы обсудить нападение на Короля Лича. Если именно так вы работаете, у нас нет никаких шансов против нежити. Ясно, что мы не сможем идти в Нарскую с Сильваной. Остановим Артаса своими силами. Без меня ваша участь будет страшной, девочка. Наша участь будет страшной с тобой. Тебя волнует лишь твоя проклятая месть. А что в этом плохого? Ты сама, наверное, не жаждешь мести лишь потому, что когда-то любила его, ты сдерживала себя. Твое ноющее сердце сведет тебя в могилу. О, Трау, Орт и Мар. Ваш Трау! Вы как раз вовремя. Приветствую, Ронин. Прошу просить за опоздание, нас задержали. Ничего страшного, вождь, мы сейчас начнем. Я закончил. Мои войска высадятся на востоке. Лучше не вставайте у меня на пути. Попсиховали.